Ислам Машуков. Четвертый гол в сезоне и первый быстрый гол в этом матче. Александр Ломакин с левой ноги. Сколько же он не забивал. Ираклий Манелов забивает очень красивым ударом. Подача слева от Чочиева, удар в дальний угол, 1-0! Как просто и как эффективно открывает счет Алания из Владикавказа. Добежал до границы поля Алан Чочиев, выдал передачу на второй этаж, где великолепно, фирменно, мастерски разобрался Ислам Машуков. Четвертый гол в сезоне и первый быстрый гол в этом матче. Игрок снова Покидышев, но... Ломакин слева все-таки бьет, но не совсем его точка попадает в удар в дальний и 2-0. А заканчивается снова стандарт гола. Ай да Енисей сегодня, ай да Николай Валерьевич, Коля. Я здесь, камон, камон. Помнишь такую песню начала века? Нет, ну я думаю, что коноплин нет. Хозин. А бить будет Ломакин. И попадает. Четвертая минута. Вот это вот, Сашка, открывашка. Александр Ломакин с левой ноги. Сколько же он не забивал. 15 игр без забитых мячей. Покажите человека, который на него похож на трибуне. Хорошая передача вперед, об этом чуть позже. Удар Понца может быть и за пределом штрафной. 1-0, счет становится уже на 6-й минуте. Андрес Понца забивает мяч и открывает счет в этом матче. 1-0, первая же опасная атака Акрона завершается взятием ворот. Ликуют болельщики Акрона. 1-0, но... Потрясающе ударил по чужим воротам Понце, перекинул он вратаря, как говорят, за шиворот. Угловой торпеда. Выбили мяч недалеко. Тулики, тут остаться в пределах штрафной площади. Манилов два раза подобрал, и какой мяч забивает в ворота тульского Арсенала. Торпедовец, потрясающий мяч, вот тут одна подача. Не случилось. А дальше Ираклий Манелов, экс-полузащитник тульского Арсенала, забивает очень красивым ударом летящий мяч.